Какое время суток лучше всего отбирать мед? Вечером пчелы готовятся к отдыху, поэтому лучше всего их не тревожить. Если пасека большая, то следует забирать пчелопродукты ранним утром, чтобы больше времени осталось на его откачивание. Забирать у пчел можно приблизительно половину их медового резерва, оставив им достаточное количество продукта на зиму. Запас для пчел размещают в 6-7 сотовых рамках и хранят в сухом, темном и прохладном месте до начала зимовки. Продукт, предназначенный для зимнего питания насекомых, должен быть светлым и жидким.